Всем привет от Бельвикс. Как я и говорила в предыдущем обзоре на кошек Парсифона и Мелоди из серии Зомби Шейк, что настанет час и для монстряшного обзора с Венерой и Рошель Гойл из серии Зомби Шейк. Ура! Приступаем к вскрытию коробки и выносу зомби-монстряшек на волю. На верхнем фланце коробки есть надпись, где написано, что в набор входит Рошель и Венера. Достаем подставку, ставим наших Monster High на подставке, и сейчас я вам про них расскажу. И теперь подставка для Венеры. Вау, какие они клубно-нарядные! Одеты монстряшки в яркие платья с металлическим отливом. Талии куколок украшают пластиковые пояса и воздушные пушистые верхние юбочки. Замечу, что дизайн раскраса платья Рошель напоминает ярко-полосатый раскрас платьев кошек Мелодии и Парсифоны. Что касается причесок монстряшек, то они также дизайнерски собраны в пышные хвосты. Голову Рошель еще украшает пластиковый ободок. А Венера также не отстает по украшениям. Она является обладательницей зеленых вьющихся веток корней, как на зелено-черно-малиновых волосах, на изящной шее, на руках, на ногах. Туфельки куколок соответствуют гардеробчику и по цвету, и по стилю. Сумочки в виде клатча также в гармонии со стилем хозяек. По первому впечатлению, глядя на героинь сегодняшнего обзора, сразу бросается в глаза единство камня и зеленой жизни на земле. Наверное, не случайно создатели и дизайнеры куколок Monster High соединили их в одну пару и предложили нам, молодым жителям Земли. Да, есть над чем подумать. Но все же вернемся к коробке. Коробка включает в себя два набора стоек черного цвета, что немаловажно. Чем больше, тем лучше. Также две сумки, дневничок, расческа. Упаковка не маленькая, яркая. На задней стороне имеется изображение куколок-героинь в образе танца Зомби Шейк. Как я уже рассказывала в предыдущем обзоре на кошечек Парсифона и Мелодии, это заводной ритмичный танец. В тексте нам предлагают посетить сайт Monster High, где можно детально изучить этот модный танец года – Зомби Шейк. Все, так как я большая любительница дэнс-движения, то я попробую разучить танец Зомби Шейк. И, возможно, ну, это потом.
А сейчас всем пока! До скорой встречи на танцполе! Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока!